О, да. О, привет. Привет. Разбираешься с игрой? Да-да, медленно, но верно. Вчера ночью поиграл немного. Не уверен, что делаю все правильно, так что в итоге выбрал класс, который выглядит забавным. И рандомно распределил статы. О, да все в порядке. Я так же делал, когда только начинал. О, ну и хорошо. Итак, каков наш план? Я думаю, для начала мы пойдем к чесночному фермеру, пополним запасы, а затем пойдем в низкоуровневые дансы, чтобы ты получил опыт и новую экипировку. Славно, согласен? Круто. Хорошо. А, приветствую, авантюрист. Чем я могу помочь? Мне нужно 3 малых зелья лечения, большое зелье лечения и сопротивление ядом, пожалуйста. Конечно, 75 золотых за все. Отлично, спасибо, авантюрист. Советую взять то же самое. Ладно, круто. Чего тебе? Привет мне того же, что и ей. Фу! Ладно, с тебя 150 золотых! Что? 150? Я думал 75. Почему вдруг подорожал? Да ты рожей не вышел! Что? Или может потому, что ты воняешь, как кусок дерьма? Я не... Ты только глянь на себя! Большой, тупой, уродливый сукин сын! Что? Это возмутительно! Да, еще, блядь, расплачься, нытик! Берешь зелье или нет? Ну, да, думаю, да. Да догони деньги! Да ладно, ладно, господи. А теперь съебался в ужасе. Ладно. Боже мой, чего это с ним? Я не знаю. Все NPC в игре такие грубые со мной. Ну да. И погоди, почему ты заплатила так мало? Мало? Да. Ну, это вообще-то обычная цена. Чего? Постой, а сколько у тебя харизмы? Харизма? Нисколько, ноль. Я подумал, что это не особо важно. А, тогда неудивительно. Что? О, боже, это ошибка. Тебе будет очень тяжело. Ой, да ёбано. Да, если честно, наверное, тебе будет проще начать заново. Не-не-не-не-не, я только закончил обучение. Не хочу опять его проходить. Пойдем уже, уверен, что все будет в порядке. Ну ладно, но, возможно, ты об этом пожалеешь. О, погоди, погоди, я же должен собрать такие цветы. Это дополнительный квест. Эй, это мой цветок! Ну да, но мне нужно собрать 4. Да, но они тут не для тебя! Стража! Стража! Эй ты, пошел нахуй! Не-не-не-не-не-не! За мир в королевстве! Удачи, авантюрист! За короля! Спасибо. Что за дивный денек? Перевел Кил Кирсона, озвучено, как всегда, в странном местечке. Не забывайте про то, что вы должны подписаться на авторов оригинального контента. Поддержите их лайком и подпиской. И про нас тоже не забывайте. А еще закрепленный комментарий. Там телега.